В Магадане проводят акцию «Судебные приставы детям». За 4 месяца 2021 года сотрудники ведомства взыскали более 24 миллионов рублей в пользу маленьких колымчан. За этот же период за неуплату алиментов к административной ответственности привлекли 55 должников, возбудили более 25 уголовных дел. На сегодняшний день в розыске более 100 человек по той же причине. Приставы совместно с работниками ГИБДД проводят акцию, которую приурочили к Международному дню защиты детей. Целью данной акции является эффективное взыскание алиментных платежей и также восстановление нарушенных прав детей. Данная акция пройдет в Магадане с 25 мая по 1 июня. Нашими сотрудниками запланирован ряд мероприятий. Данные мероприятия будут направлены на понуждение нерадивых родителей к уплате алиментных платежей на содержание несовершеннолетних детей. Также нами будут проведены мероприятия по обращению взыскания на движимое и недвижимое имущество, вынесены постановления о запрете права выезда за пределы Российской Федерации. В 2021 году специалисты провели проверки в отношении должностных лиц предприятий. Эксперты составили 11 административных протоколов и выписали штрафы от 15 до 25 тысяч рублей.